Здоровушки, в эфире самодельная еда и мини-шарлотки для прожорливой глотки. Иногда яблоки чистят от кожуры, но это не обязательно. Удалите из яблок все самое несъедобное на ваш взгляд. Удобнее всего это сделать, разрезав яблоки на четвертинки. Порежьте на дольки размером с апельсиновую и каждую покромсайте на кусочки. Для теста разбиваем 4 яйца. Высыпаем туда полстакана сахара и вооружаемся венчиком или вилкой. Взбиваем до однородной смеси, пока сахар не растворится. Всыпаем туда корицу и разрыхлитель. Можно попробовать добавить ванилин. Перемешиваем, мы берем бокал белого сухого. Я сейчас про муку, как вы поняли. Лишь бы комочков не было. Постепенно засыпаем и размешиваем ее до консистенции густой сметаны. Купите себе миксер или эспандер, поскольку руки от венчика не слабо устают. Я лично рыдал, но не сдавался. Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Возьмите силиконовую форму для кексов. Влейте немного теста в каждую ячейку. Добавляем пару щепоток яблок и старательно заливаем остатками теста, оставив немного места. Стихоплет. А если нервы у вас уже не к черту, просто высыпайте все яблоки, заливайте тестом и скорее в духовку. Приготовьте королеву шарлоток. Минут через 30 проверьте зубочисткой готовность мини-шарлоток. Если тесто не липнет к ней, значит они созрели. Дайте им остыть и наслаждайтесь корично-яблочковым десертом. Приятного вам чаепития, а может даже и белого сухого. До встречи в новых видео, всем пока!